вы искренне, честно будете бояться. Как это будет делаться? Что такое страх? Это какая-то скованность, правда? Почему возникает скованность? Боишься. Ну, ты же сгруппирован, так сказать. Ты сгруппирован, на всякий случай прячешься. Да. Да? А еще больше усиливается тем, что вы пытаетесь, может быть, кто-то скрыть свой страх. Боясь показать страх. И тогда эта скованность еще больше усиливается. Типа, я так не боюсь. А страх на самом деле, это что? Это же эмоция. Вспомните какой-нибудь фильм «Страх» Хичкока, допустим, да? Как там страх выглядит? Вот так как-то, да? Подражай. Вот там музыка такая. «Твин Пикси». Там тоже. Вот это страх. Да? А вот это вот, это не страх, это извращение. Поэтому сейчас, если вы надумали бояться, вы делаете упражнение. Я покажу перед аудиторией. Вы делаете это, вы делаете это в маленьких группах, в 3-4 группы. Да? Ваше дело бояться этой группы со страшной силой. А группы? Да, вот этой группы, 3-4 человека. Представьте, что вы будете перед ними выступать, но не вот так. Я не боюсь. Нет. Бояться со страшной силой. Вот так, как вы хотите. Если вы будете переминаться, переминать, усильте это, усильте, доведите это до абсурда. Усильте, пожалуйста, со страшной силой. Если я боюсь говорить какие-то слова, говорите эти слова. Если вы потеряете, вы потираете ручки очень сильно. Если вы при этом зажимаетесь вот так вот, зажмите так, скукожьте сюда максимально, что это. Как минуту стоите? Ничего не говорите. Ни слова не издавайте. Только бойтесь. Это единственная ваша задача на одну минуту. То есть одну минуту вы перед аудиторией будете бояться. Представьте себе, что вы боитесь за страшную силу. Только бойтесь от души. Я никуда не уйду из этого аудитория. И если я замечу, что вы боитесь недостаточно, в общем, вы поняли. Легкое собственное упражнение, только большая просьба, бояться всерьез, то есть поймать себя на чувстве, я не знаю, какое это чувство, какое это что-то, похожее, может быть, на страх, усильте его. Если вы почувствовали зажим, скукожьтесь, если вы почувствовали нервозность или желание переминаться, переминайтесь, растирайтесь, очень бойтесь, если вы почувствовали закомплексованные зажатые мышцы, зажмитесь, перекоститесь, такой стойкий. То есть сделайте все для того, чтобы вы уже боялись, так боялись. А то, как в том анекдоте, да, мужчина, вы уже определились. Или туда, или сюда. Да? Давайте уже определимся. Или туда, или сюда. Давайте по минуте в каждую сторону на побояться. Сразу входить в состояние боюсь. Нет, сначала представить. Я хочу что-то выступить, это аудитория. Бояться ничего попало. А бояться этой аудитории, да? А потом. Побоявшись этой аудитории, заведите страх до изнеможения. Понятно? Итак, подождите, вы что не сделали? 4 минуты в каждую сторону в четверках. Очень легко. А аудитория просто молчит? Да, что делать? Аудитория может задавать вопросы.